Приветствую всех владельцев всякой разной механики. У меня произошел тут небольшой брак по звуку. Но, значит, ничего страшного. Разыгрываем мы сегодня канистру и две сеточки. Спасибо компании Триодрайв за предоставленные призы. Это, пожалуй, одна из самых лучших компаний, сочетающих цену и качество. Переходите по ссылочке в описании, чтобы убедиться в этом сами. Или самим. Так, ладно, короче, тут у нас мы берем ссылочку с видео, вот, и вставляем эту ссылочку в Lionzair. Здесь убираем, вставляем сюда ссылочку. Вот он нас ищет. Так. Ну, ребята, извините, у меня, короче, самый офигенный спутниковый интернет в России, блин. В кавычках, конечно же. Поэтому все так очень долго грузится. Вот, наконец-то, короче, загрузился. На фоне появился ролик. Сейчас мы увидим канистру. Чтобы вы поняли, что это действительно ролик. Да, вот он. Действительно та ссылка. Ну и что, погнали. Значит, первым мы разыграем... Давайте канистру. Ну да, конечно же, блин, авторизация. Как же я забыл про авторизацию. Сейчас я авторизуюсь и этот самый продолжим. Итак, барабан на старт. Барабанная дробь. Кому же достанется? У нас канистра. Опа-на! Это вообще что за... Хочу канистру! Поздравляю, вы получаете канистру Tentakin тема XXX. Так, канистра разыграна, осталось у нас две сеточки. Так, разыгрываем мы, давайте большую или маленькую. Давайте большую, старт. Большую. Кому же большая достанется сеточка? Итак, Николай, поздравляю, Николай, потом купите Ямаху, когда купите Ямаху, то уже сеточка не понадобится. Так, мы закрываем, и у нас осталась маленькая сеточка. Кстати, ребята, блин, 47 комментариев, что-то очень-очень-очень мало, поэтому я второй розыгрыш немножечко отложу, потому что сейчас... Лето, все в отпусках, не до этого никому, там все там пытаются отдохнуть получше, вот поэтому следующий розыгрыш будет немножечко попозже. Так, выбираем следующего победителя и разыгрываем им маленькую сеточку. О, ребята, поздравляем, Квадро Снеж, что это такое, то ли канал, то ли человек, но не суть, Квадро Снеж. Поздравляю тебя, вы выиграли маленькую сеточку. Так, ребят, все, на этом заканчиваем, короче. Ждите новые ролики, ставьте лайк. Обязательно трогайте свои колокольчики, чтобы не пропустить новые видео. Ну и всем удачи на бездорожье. Всем пока.